Да все, на сердце. Ну, эвакуация происходит, и так как у меня двое детей, я за них в ответе, скажем так. Поэтому решение принималось быстро. Ну, вы знаете, когда после эвакуации выехал весь район, и ты сидишь на улице, нет людей, то как-то страшновато. Парни, пока. До свидания. Пока. Там началось потихонечку бахкать начали. И начали все текать. Я, можно сказать, в одном доме осталась одна. И думаю, страшно как-то. Одна, больше никого нет. И решила все-таки уехать.